Сегодня у нас 7 августа 2017 года, уже послеобеденное время. Вот брат Роман собирается варить вот эти небольшие тополя. Вот он залез опять своей конструкцией. Здесь вот он уже обрубил сучки, подцепил. Вот здесь вот первый ремень, который будет в ту сторону натянутый, где он Никита дрова курит, брат наш. Вот он здесь. Вот Игнатий, значит, тут как главный советник во всяком деле. Ветер, конечно, не очень в нашу сторону. Цепляется. Сейчас нельзя тянуть, ветер дует туда. Это огромная палка. В прошлый раз они удержались, а ветер дул. Пока ветер не перестанет к вечеру, нельзя трогать. Мы... О, мы планы изменили. Скажи ему, что мы планы изменили, будем снимать эту линию. Серега пошел оповещать. Роман говорит, планы изменились. Они будут снимать линию вот эту вот. А Сергей пошел всех оповещать. А как, провода снимать будут? Да, Алексей. Роман сам залезет, снимет, у него когти есть для этого. Ну а как это снимать? Что означает снимать? Вот эти, развязывать. Проволоку развязывать саму. Он те провода-то снимал, когда тополя валил-то. Он его там отсоединил, они упали, и он тогда тополя валил большие. Ну да, вон они, видишь, соединенные провода. Да. Ну ладно. Все, тут больше снимать не еще. Сегодня у нас продолжение дня, 7 августа 2017 года. Вот брат Роман вот эти подцепил уже. Сейчас он... Роман, ты провод зацепил? А, там веревку тянет. Сейчас он будет отцеплять вот этот пролет. Я столько мне знаком, оттуда подальше. Он уже открутил его. И вот эти тополя будет сейчас валить. А если бы не открутил, его бы уже ударил, наверное, да? Еще нет. Я не знаю. Он. Не крышу просто на моих глазах. Для того, чтобы ударило, надо... Брат Алексей гуляет. Вот эти два провода. Или на какие-то два провода надо. Одновременно взяться. А если за один, то... Почему птица на один провод садится, ее не бьет током? То есть надо за два. Коря-то погиб по этой причине. Он крыльями коснулся за два провода одновременно. Его током. Коля? Не... Коря, да. Этот. Коршун-то. О, Варлам тут стоит. На посту. У ворот своих. Вот он как подтягивается. Он брат Игорь подъезжает, барабаш, тоже староста деревни у нас. Иначе он еще едет. То есть это серьезное дело, и все вот нужно везде смотреть за всем.
Добрый день. О, о, проспал. Ангелина стоит. Так, а что ты, Роман, отказываешься, чтобы он тракторенком помог тащить-то туда? А мы бы тянули. Куда? Ну куда? Куда падать? Да прекращай, дети, 18 вайл. Все уже куда, решено, куда, все. Куда маленько? Уже все решено. Трактор он может не рассчитать, но он не слышит все равно. Крепи хоть. Это щи ноги тут, а? Вон, смотри, куда дядя залез-то, гляди. Главное, батюшка-то интриговал всех, говорит, нам, говорит, Евтихий переезжает, говорит, переехал. Жить, говорит, будет потерять у всех. Как? Это Василиса, ну да. Уже, говорит, дом строится. На ПМЖ. А что-то же есть. Ребенок плачет, а который постарше-то маленько, на 2 года. Пап, а у него мозги есть. Засомневался. А? Сколько пальчиков. Все как надо, сколько труда. А человек издалека снайпер прицел, это сколько у него? Гормон. Так, уходите оттуда. Уходи здесь. Уходите. Вы решили провода убрать? Убрать, а их эти уродить. Куда? Куда потянуть, да, туда. Та машина уже отошла. Ну что, скоро в школу пойдет. На следующий год. А? На следующий год. Вот батюшка сегодня там был, в министерстве по образованию. Что ему сказали? Он расскажет, что. Сказали так, мы не подходим под их нормы. Окна должны быть с другой стороны. Деревьев тут не должно быть. Туалет на улице не может быть. Освещение не соответствует. Короче так, нас нигде нету, не числимся. Говорили, Корчинский филиал, оказывается, нету. А какое звание учителей? Он говорит, высшие категории. Посмотрели, нигде таких нету. Вообще нету. А то у нас как электричество наше, вот, которое там, оно не числится нигде. Я говорю, а хорошо или это плохо? Да еще не поймешь. Даже не скажешь, хорошо или плохо. Вон, Роберт-то. Деревня интересная жизнь. О, Маша. А в городе что, в окошко как смотреть, обсуждать друг друга, кто с кем пошел, кто где ночевал. А тут работа. Вот смотрю я, Володя, в субботу смотрю, это стоит над этим строжица, над меньшим-то. Ну, знаешь, это покорный такой, все как надо. Ну, думаешь, смиренный такой парень. А этот опять голову поворачивает, вот так взял его и вот так вот тут вот. Как этот развернулся, вот так вот руки развернул, этого не ударило, вот так он начал кривляться, махать, дескать, не подчиняюсь я тебе. А это уже не знает, что ему делать, это стал дальше смотрит. Ну, этот маленький скинул энергию, это эмоции. Все. Этот смотрит внимательно очень за ним. Да. А тому, видимо, все-таки в душе это не нравится, что он один командир есть. Ну, не очень нравится. Ну, это так интересно сзади смотреть. Я стоял сзади и заснял. Гормон. Вот так. Маша, вот так. Марк был в гостях с Машей. Еще, наверное, дороже матери нету сейчас, а? Пока нету. Все ему доступно. Он, Игорь Барабаш, предлагать будет тракторенок. Я сказал, хорошо бы было, если бы. Горлышко, зайди во двор. А ты только снимай, твое дело определенное. Смотри, какие у меня перчатки хорошие. Потянем, оно не вчера возил бабушке показать, что мы там делали. Трактор поносит чувствительности нет, вдруг ремень порвет. Понимаешь? А ты рядом с коем по воде. Все, потихоньку все нормально будет.
Тянется, его видно, как он струна натягивает. Ну видно, что натянут, но ты трактором можешь порвать, а мы вручную не порвем. Понимаешь? Ну зато я уложу туда, куда надо. Но если ты порвешь, то оно туда, куда не надо ляжет. И порвет здесь все. Я только лишь натяж туда, но все. Раз уже я получил, уже хватит. Ну что, Игорь Александрович, как? Неплохо накололи? Ты что ли? Почему? Не, вот с братьями. А, братьями. Да, конечно, да. Так еще Алексей сегодня подошел, помогал мне. Чурки стоят, я так колю успеваю. Не, Никита, это не ты. Ну, так он, у него получается все равно. Я как все в замедленном действии. Дали там для бетона мелких, не для песка. Песка тут, вон там такой. Еще не декорать не приходится, Леша все командует. Так нигде найти не может, из-за всех обзваниваем. Тем более у нас все есть, все. Ну, у них нету. Один провод остался. Вот искали, там Сашка этот ходил, то другое видео. Все никто не брал. Он зашел туда, ему никто не претендовал на это место. Ну, да. А у него пни-то остались, а пни эти догнивать будут. Вот смотри, туда и песок, и глину, и камни, и кирпича, огнеупорно понавез сколько. А огнеупорно один кирпич, 120 рублей что ли. Новый стоит, да. А? Новый, новый. Ну, но какая ему какая разница, новый, да, не новый. Аня же в пищи-то не были эти кирпичи. Угу. И сейчас на уши у меня упадет. Не, не достанет. Вот мне так охота прокатиться на его велосипеде, а? Варлам, дай маленько прокачусь. Ой-ой-ой, да какой высокий-то он, а? Варлам, поднимай девочку. Ой, нет, он, наверное, у меня не пойдет. У него на багажнике хорошо получается. Ну-ка, покажи, как ты на багажнике ездишь. Нет, ты ногами отталкивайся, у тебя так лучше получается. О, вот так вот. Вот, теперь пойдет вниз, давай. По малой траве. Костя, который не знает, что мне это жужжание. О, Бог. Покосили одна день такая, желтизна, чушь. Для чего косили-то? Я говорю, Алексей, для чего? Люди в храме молились, а ты трещал, стоял тут. А вот можно высчитать, да, достает вот это вот, если прямо будет падать, достает до кабеля или нет? Как высчитать? А? А я считаю, можно взять вот здесь треугольник, 45 градусов который, 45. Ну и горизонтально установить. Ну тут полметра накинуть. Установить и по прямой посмотреть, где будет. Он примерно вот здесь вот будет. Вот так вот будет. Ну он хочет, чтобы мы тянули туда, вдоль дороги. Вдоль дороги туда потянут. Все. Приступаем к завершительной акции.
Варлам, пойдем. Давайте туда вон. Оттуда наблюдайте. С оградой. Вы знаете, когда испытывали корабль, последний отправлять, и прилетел маршал Неделин, ракетный поезд. Укрытие не пошел, возле сидел. А в это время пошло все не так. Рвануло, и там сколько, 1600 или сколько тонн. И все. От него нашли только часть звезды Героя Советского Союза и от погоны. Ничего не нашел, полностью испарился. Маршал молодой Неделин был. Я как раз служил в ракетных войсках. Тогда скрывали. Давай. Пролет снятый. Вот так будет тянуть, вот как Сергей натягивает сейчас. А он будет тут бензопилой подпиливать. Звонил Виктор Николаевич, все во Франции, все встретили, все нормально. Что они делать мне еще? Пойти мне туда. Месяц или сколько будет там болтаться? Они сами не знают, чем заняться. Винить будет сидеть. Болтаться-то ты тоже хоть маленько посмотреть. Языка не знает, смотреть нечего. Откуда знаете, что муж жену не спасет? Откуда знаете? Да. Откуда ты знаешь? Давай. Чему он хочет Мы пока будем тащить его, он будет пока падать. Он туда уйдет. Черно-белый свет. Дядя как с топором такой. Я футболки, грузит маленькие деревья до неба. Так, сейчас я подпилю. Он как-то тоже там, вот так. Да. И сразу вторую, прям сразу вторую топорю. Мгновенно. Сразу. Только один пыль поднялась, она стала видно и скорее хватай. Так, сейчас вы все упретесь, проверим. Ну, нигде ли держит хорошо, все, узлы вот эти. Потянем, как получится. Пока он твердо стоит, то потом будет плохо. А что, вы можете вот сюда прямо зайти? А да вообще туда идти, давай отойдем. Вот оторвется. А мне кажется, там. В общем так, иди фили. Что, иди. Иди фили. Малыш. Нормально, все. Иди, иди. Там в конце тяните. Вот это все потянем, да мы его и так сломаем. Ну, конечно.
А ты что там спал? Сейчас упадет, а тебе. А я уйду. Я уйду, уйду. Я сюда уйду. Вот он такой тополь. Сейчас будет подпиливать его. Вот он заправляет бензопилу свою. Чтобы сразу хватило всего бензина на оба тополька, на этих, на три. А то в прошлый раз уронил. И прямо на провода этот пролет порвало. Пришлось ему делать заново. Вот Евгений едет на тракторе. Натянул цепь, чтобы она у меня не спала потом. Смотри, брат, тут он проволока у тебя. Аккуратней. А? Проволока вон на сучке. Аккуратней. Желательно надо вот это поуже. Давай, брат, с Богом. Не палась, перчатка лежит.
За конец берите. Этот край у тебя не допилился, ничего? Все, пойдет он. Ну все, слава богу, одно упало. Да, оба вот эти вот. Где Рома? Рома! А что? Второй пролет, когда будешь делать, натягивай посильнее. Вот там неправильно сделано, это не все пролет. Должно быть вот так. Да. Ты не зря ставил. А что-то он на самом деле ослаб. Может это, вытащить его из петли лучше. Протянуть. Вот так. Тащи. А, где? Ну это я могу вот так свалить. Она не достанет. Давай сюда, веревку. Давай, привязывай. Она не достанет. Так, тащи сюда. Сейчас. Ну зачем этот тот конец тяни-то? Да, давай тяни, все уже. Он да уже команду получил. Он капитан, все. Не развяг. Ну как-то поскорее, вот это у нас медленно все, это перебирает руками. Стой. Да. Люди на пашу себе. Каждый секунду. Посадил не папаша, а такого, как бритву срезала сразу. Швартовую оборвала. Настолько было инвалидов. Ноги отбивала. Как бритву голову срезала. Так, а ну тебе нет про. Натянуть. Давай. Так мы его сейчас сами с вами. Все, стой, не тянь, все, стой. Все, давай, пилей прям здесь за пилом. Володя, уйди сюда. Ага, давай. Уйди подальше. Давайте, давайте. Куда ты встал? Я это тебе на голову такой. Да давай. Давай. Вали, вали. Вали, вали, давай.
Ну давайте я порублю. Может, я порублю? Знаете, Наиш, Роман попросил верхушки отрубить. Сейчас обрубим. Да там объехать есть куда. А там нет. Вон. Да, это же тополь. Отлично. Щепки летят. Вот как. А мне подай тот, который второй.
и второй сверху. Алексей возвращается домой. Вон трактор едет. Нет. На этот раз все отцепили. Электричество отключили, все как положено. Провода отцепили и вот уронили, да? Да. Тут уже Игнать Ахимович. Под контролем все. Хотя Игорь предлагал трактором туда тянуть, но он, Роман говорит, один раз уже досталось мне, хватит. Вдруг порвется и... Все правильно, отцепили. Да. Ну да, объедет. Вам топа не нужен? А эти не едят козы? Да едят. Бери, пока свежая. Верхушки уберите там. Да-да, он объедет уже сейчас. Объедет, объедет. Трактор? Это трактор. Надо сюда не убрать. Он объедет, объедет. Вон батюшка со своей собакой вышел, видимо, прогуляться. Алексей своим козом он взял тополинную ветку. Бери тоже, Варлам. Ветку бери, неси козам. Козочки любят это. Варлам. Ветку бери. Помогай отцу. На. Бери. На, козочки любят зеленые листочки. Бери. Тащи. О. Вот Маша идет. С Марком. Дади конец. Мир вам! Как раз вы в кадр попадете. Тихо! Уходите с дорожки. Мужчина! Ты передай, что делал ваш дом на чердак. Последний чердак благодарит. Голубятый у меня там. До того она хорошая. Так а кто? Вы же и делали чердак-то. Ну, делали, делали. Так это без вашего содействия. Ну да. Я как только отдыхать, я залажу туда. И у меня там подушка, если на нее сажусь. Так я сам летом там часто залезу. Ой, ляжу, там никто. И мама достать не может. И ты видел, как мама. Еще у нас там? Столовая. А, это видел, ты видел. Ты сейчас не заходил? А я через интернет видел, сейчас не заходили. А, так а там никого нет, благословите как нас. Заходить. Нам это очень важно. Марина-то ушла на огород, там нету никого. А во сколько там будете? Ну сколько-то? А куда она ушла? На огородчик, вот на этот, на наш. Ну а сколько будет? Ну сейчас, наверное, через три-то там все будем мы. Ну да. Не уедете еще? Нет, мы здесь. До вот до завтра же. До да? Завтра. Ну завтра рано утром. Ну вот, там вы все увидите. 4 часа время. Часам к 6. Абсолютно хорошо. Все. Колодец пользовались, но не пили, потому что не чистили. Ну, и осенью надо чистить.
Не, а так там вода хорошая была. За день, Марк, надо будет с тобой там, то, что подземно, посмотреть, что у вас где было. Хорошо. Ты мне подскажешь. Видишь, ага. Какая работа? Соединили? Да, я вижу, что дальше свалили тополя. Шли на обед, еще стояли, идем назад уже, все. Ну, на этом приспособление такое, высчитал. Сделал и лезет, ты как в кресле сидит там вверху, на макушке. Ну, скалолаз же. Тем же занимается. Ну, так это перьют, а у него кресло, прямо кресло поднимается такое, которое вокруг дерева. Ну и предохранительное. Ну, еще! Так вот. Здесь идет своим чередом. Слава Богу. Вас проехал, не до грибы, ничего, я не пойму, что это. Они из Барнаула приезжают какие-то не такие. Здравствуйте. Настраивай, да? Три дня в мире побыл и уже другой человек. Да. Гордился, отключился. Ну, вот натягивает провод. Все, вот следующий, который ты сейчас отрезал, Ира, тоже отрез там, отрез где-то метр отрез. Проволок. А что, они уже там переламываются, да? Они, да, здесь они какие-то короткие, где-то обламываются, обламываются, сейчас не хватает. А-а-а. Алексей Загуляев поехал домой. Во, пошли. Ну что, едят козочки-то, нет? Козочки, листочки едят, нет? Или ты не давал им еще? Вот, уже решил помочь ветки таскать. Молодец, ворвал. Вон, бери маленькие. Во, маленькие, тащи их. Вот так вот. У меня работа такая, батюшка.
Идите, кто поднимает. Батюшка возмущает, что я бездельничаю хожу. Что сделали? Бездельничаю я хожу, говорит, батюшка. Бездельничаю, ничего себе. Да кто ж, все репортеры бездельники. Они жизни рискуют, на фронте сколько погибло. И ты стоял под деревом, тебя могла тоже она пригладить. Вот смотри, Варлам помогает. Ну да. Прокрыли раз, надо убрать дорогу. Вон ту ветку, да, кто-то положил их. А здесь как вот так наматывать, как обычно, знаешь, кузин простой, то есть наматывать, аккуратно, потом вот так и между собой, все. А он сказал, что это все пойдет на это, на храм, Роман, все эти дрова. Ну конечно. Понимаю. Ну сейчас дорогу освободим. Вон Алексей с Ангелиной сидят. Пошел мотай. Вова, намотай. Он сделает там 4-5 оборотов. А теперь вот эти два конца опять друг к другу. Вот эти два. И между собой, да? Да. Ага. Так она уже отрублена. Вот так. Игорь Барабаш тоже куда-то поехал на своем тракторе. Никто праздно не сидит. Все исполняют заповедь Господню. В поте лица своего будешь хлеб, есть хлеб свой. Варламушка помогает. А где еще работа? А? А где еще приготовлено? Мы ездили на пруд. А-а-а. Что ты не считаешь, что ли? Я третий, само собой, понятно. Ловлю тех, кто у меня от мозга давит. Ловить их непросто. Смотри, держи. Ого, ничего себе. Как его отпускать уже? А, ну завязывай, давай, что? Вот такой, видишь, мяч получилось, такая прохода была. Она выдержит это? Абракадабра. А, Роман? Абракадабра. Вот тебе будет абракадабра. Не выдержит, все у нас. Смотри. Этим концом толстым. В ту сторону, а видите, как это сюда. Здесь действительно получилась абракадабра. Она идет в пути. Изолятор, пожалуйста, там как-то прилепи.
не, вокруг него вот этот у тебя торчит, видишь? Торчит. Вокруг. Ему удалку сделай вокруг. Это вот. Прямо проводом алюминиевым. Он никуда не денется. О, Марлан тоже хоть какую-то лепту вносит тасканием дров. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Станки, господи, станки. Удачные батареи. Ну ничего, еще скажут. Ну смотри, Ром. Так, так, так. Все, давай, привяжи. А тут вот это не малки. Что? А там я здесь уже разберу. Привяжи, чтобы он его не сорвал. Во, вот это настоящая ветка. Ну что, Игнатьич? Да, все. Хватит. Слава Христу.